Парни, рубрика экспериментальная, не судите строго. Если вам понравится и вы понаставите 30 тысяч лайков, то обязательно будет продолжение. Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня я буду заниматься очень странными делами. Я решил немножко поразбрасываться с деньгами, и Twitch это идеальная платформа для этих целей. Фон у меня немножко преобразовался, теперь у меня здесь стоит тренажерчик, на котором я занимаюсь каждый день. Спорт — это жизнь, я против алкоголя. Но это не точно. Компания. Ну что, ребята, погнали на охоту разбрасываться деньгами. У нас есть вкладка FIFA 18 и залезем на самое дно. Где ты, мой донатер? Вот это лаги. Просто кошмар. У него еще вебки даже нет. Ну давайте закинем ему 200, скажем, на лечение. 200 рублей. Ой, не буду гулять, буду танцевать. Нифига себе. Я даже на лечение. Команда в концовке. Да ну нафиг, чувак. Что ты сделал? Меня же из Ultimate Team выкинуло. Я выигрывал эту игру. Зачем я нажал? Надеюсь, это не из-за меня, чувак. Твою дивизию. Ты расстроился, парень. Блин, спасибо за 200, но... Я проебал игру. Он не может понять, он или рад, или расстроен, просто, знаете, вот между такой сидит, бля. Ладно, ребята, порадовали одного, нужно порадовать и другого. Так, Raven Play. Так, исполнить песню на стриме, 100 рублей. Я сначала задам вопрос, исполнит ли он любой трек. Если любой, то тогда уже поговорим. Плоти я уже и Хуан смотрел. Киркоров, от души спасибо за соточку. А я чувак пьяный. Ну как пьяный? Я не пьяный, я еще соображаю хорошо. Мне ты пьяный или нет, братан? Итак, ребята, я уже нашел трек, который хочу услышать в его исполнении. Нет! Я думаю, он справится. Очень-очень-очень, прям все, прям не в руку, так сказать. От души спасибо за 300, а в общей сложности аж за 4. Это просто рекордсмен вечера, от души спасибо. Рекордсмен. А по поводу трека, мне хотя бы его сейчас надо посмотреть, что это вообще за трек. Ну ладно, пока он доиграет, я думаю, можно сгонять в другое место и посмотреть, что там у остальных стримеров происходит. Дальний удар, но пока по дальним ударам. Хоть и хозяин что впереди, это? Но 30-й номер. 9 подписчиков, группа ВК, YouTube. Как же сдонатить? Я хотел денежки скинуть. Так, канал Валентайн. Какой-то сверхсерьезный чувак сидит. Где донат? Как дело, Паша? Кто по жизни? Футболист. А, футболист. Спасибо за донат. Парни, мы имеем дело с футболистом. Один человек. Парень где-то в каком-то дверном проеме сидит. Ну, что он делает? Шарфик Зенита и... Нет ссылки на донат, чувак! Да чё ж у вас все такие лица серьезные, блин. Кому не зайди, все прям такие серьезные, блин, грозные. Ну я так чисто по-доброму парню закину 200 и скажу, что у него отличный канал. Привет, братан. Отличный канал. Хорошо ведешь стримы. Спасибо, спасибо. Спасибо за 200. Чё-то какие-то неэмоциональные люди вообще. Если ты еще настоящий, Ванион, спасибо тебе. Конечно, настоящий. Ну, как-то так. Конечно, настоящий. Я тот самый тип, который запиздил панду. Да, либо ты троллишь так хорошо, либо, я не знаю, либо у тебя с чувством юмора, конечно, хорошо. Великолепно просто. Спасибо еще за срок. Лил Вован. Ноль зрителей. Нихуя себе. Спасибо. Я не грустный, я очень веселый. Ты очень веселый? Что-то я в этом сомневаюсь. Потому что только проснулся, конечно. Но я не только проснулся, я проснулся-то... Чтобы вы понимали, сейчас на часах 22 часа 43 минуты. Надеюсь, перевод у этого трека есть. Бля, нет, чувак, подобного рода трек я не слышал. Слышь, бля, я тебе 400 кинул. Если ты хочешь, чтобы какой-нибудь... Блядь, чувак, наебалово жаловаться буду. Давай без проблем, но не рок, не тяжелый рок, не... Блин! Блядь,
Ну, сам понимаешь, вот что-то в этом роде... Он не предупреждал меня об этом, блядь. Но я не смогу исполнить так же, как это он делает. Так зачем тогда ты, блядь, пишешь у себя на экране, что ты исполняешь песни, блядь? Я тебе скинул два трека. Первый не хочешь, второй не хочешь. Короче, в пизду этих фиферов, блядь. Чё? Так, ребята, она делает сигны по 50 рублей. Привет, отличный стрим. Хочу сигнал от Зеуса Неск. Спасибо. А это всё мне? Всё? А где моя сигна? Чё, я просто так сдонатил? Чё-то меня весь день разводят, пацаны. То песенки не поют, то сигны мне не рисуют. Чё за хуйня? Лесни микрофон. Ребята, пойду к себе, короче, подальше. Я вот смотрю сейчас, на самом деле, и дико охуеваю, сколько же, блядь, стримеров развелось. Это ж просто пиздец. Кто на заводах будет работать, ёпты, блядь. О, я нашел песера, пацаны, я нашел. Они живы, они сейчас существуют. Так, ну-ка, погнали. Пес говно, FIFA рулит. Как вы играете в эту срань? Пес говно, FIFA рулит. Как вы играете в эту срань? Что-то он расстроился немножко, мне кажется. Спасибо за донат. Спасибо за донат, Эванион. Как мы играем в эту срань? Ну, мы... Сложно ответить. Мы просто любим хардкор. А, понятно, короче. Хардкор, BDSM-щик. Эва-паразит, спасибо, но это... Мы просто любим настоящий футбол, а не футбол, в котором, блядь, залетает каждый лонгшот, блядь. Чуть-чуть пригорает. Каждый этот, как его... Где игроки, блядь, просто как парализованные могут по полю ходить, блядь. Где игроки могут, не знаю, могут забить с разворота. Не-не, ну тут ты не поспоришь, тут не поспоришь. Не знаю, еще очень куча вещей, которые в FIFA невозможно играть. Бля, чуваки, вот мне интересно, есть ли какие-нибудь ASMR 18+, там, типа, суд на микрофон, пердят в микрофон, что-то такое, блядь. Господи. Ребята, я еще так подумал, нет ни одного ASMR фифера. Задумайтесь. Пока я тут отходил в общий Twitch, прибавилось еще куча FIFA стримеров, но, блин, ни у кого практически нет вебки. Какого хера? Ну, в общем-то, ребятки, как-то так. Такой вот новый формат, если он вам зайдет, если вы поставите 25 тысяч лайков, то рубрика будет жить. Буду редко изредка захаживать на Twitch и разбрасываться деньгами. С вами был я, PandaFX, Клод Честер. Всем спасибо за внимание и покедова. А я пойду крутить, вертеть себя. Ты дурак, что ли?